Две трети россиян живут в режиме постоянной экономии. Следить за расходами постоянно приходится пенсионерам и тем, кто критично оценивает свое материальное положение. К таким выводам пришли специалисты Центра изучения общественного мнения. На вопрос, каково ваше поведение при покупке товаров, большинство, это 66% опрошенных, ответили, что живут в режиме постоянной экономии. Причем таких, отмечают эксперты, с каждым годом становится все больше. Еще 13% респондентов рассказали, что сокращение расходы им пришлось с недавнего времени. Столько же признались, что вообще не экономят, а 5% россиян сообщили, что перестали экономить совсем недавно.